В Саратов съехались представители 20 регионов страны. В областном центре начал работу двухдневный сельскохозяйственный форум «День поля». Выставку организовали под открытым небом на полях НИИ Юго-Востока. Только эта площадка смогла вместить всех желающих. На форуме представили сельхозтехнику, мельничные комплексы, ветеринарные препараты. Приоритет отдали производителям из Саратовской области. 90% оборудования принадлежит им. Свою продукцию на выставку привезли 100 компаний из Белгородской, Воронежской, Тульской областей. На этой выставке мы впервые, до этого мы работали только близлежащими регионами, то есть это скорее Приуралье, Казань, Татарстан, Кострома, ну это уже ближе к центру, Кировская область, Самарская область. Если говорить о том, что мы прямо на выставке что-либо продали, нет. Эта техника такая, которая не продается, пришел, увидел, победил. Но в дальнейшем, когда уже связываешься с хозяйством, как-то выходишь на связь, они уже узнают, вспоминают, и это точно плюс.